Друзья, всем привет! Вот и прошла неделя, и пора подводить итоги конкурса, который был в прошлую пятницу, видео про флагман от Xiaomi. Как мы видим, за неделю видео набрало всего 385 просмотров, 36 лайков и 38 комментариев. То есть реально достаточно высокий шанс выиграть. Мельком пробегаем и смотрим комментарии. Summer's just a memory, a faded piece of history. No one can remember all the fun. The late night barbecue. Все комментарии положительные, позитивные. Ну а теперь возьмем ссылочку на видео и подгрузим в наш рандомайзер. Рандомайзер выбрал первого претендента на победу, это Багор 51. Он оставил комментарий: «Привет, отличный выпуск, спасибо». Ну, чем не положительный комментарий? И теперь давайте зайдем в его профиль и посмотрим, выполнил ли он остальные условия. Заходим в каналы, смотрим подписки. Их у него достаточно много. И все-таки мы находим подписку на мой канал, это условие выполнено, и теперь проходим понравившееся видео для того, чтобы посмотреть, лайкнул ли он мое видео. И также сразу не находим, потому что достаточно большой объем понравившегося видео. И только лишь на 66 строчке мы видим мое видео, то есть условия полностью выполнены. И я поздравляю победителя, это Багор51, жду сообщения ВКонтакте. Ну и желаю удачи остальным в следующих конкурсах. Друзья, я буду стараться вас почаще радовать конкурсами, поэтому подписывайтесь и следите за видео. Всем удачи, всем пока!